На сегодняшний день серьезных данных о гениях, талантах, одаренностях в Академии наук, Московском государственном университете, Санкт-Петербургском государственном университете, ну и так далее, к сожалению, нет. К сожалению, потому что если бы они были, мы можно было бы сравнивать и выбирать, где лучше, где хуже. Соответственно, я, Викентьев Игорь Леонардович, потратил 41 год жизни, это исполнилось вот в этом месяце, в октябре, собрал довольно много данных о гениях, талантах, одаренностях. Можно довольно твердо сказать, что если продраться через систему обманов, которые просто обманывают наших граждан, и мужчин, и женщин, и детей, то, соответственно, шансы есть не у всех, но весьма многих людей, если работать и выбирать там правильные алгоритмы. Соответственно, часть этих алгоритмов далеко не все, потому что их в районе 560, вы не ослышались, 560, я буду рассказывать 30 ноября в новом лектуре концентратора, который открыли мои коллеги в Москве. Соответственно, очень важное предупреждение с тем, чтобы получить максимум от этой встречи, которая стоит, в общем-то, не очень много, прямо скажем, и она делает доступным почти любому интеллигенту, присылайте ваши вопросы не позже 24 ноября, это воскресенье. Те вопросы, которые уже будут 30-е с мест, с высокой степенью вероятности, на них не очень хватит времени. Поэтому лучше послать вопросы заранее. Тематика сложная, но тем не менее, я считаю, что во многом здесь разобрался. И такой базы данных по гениям творческих личностей, кроме как у меня, в Европе больше физически нет. Я надеюсь, что вы услышали последнюю фразу.